Настоящую новогоднюю сказку подарили детям из многодетных и малообеспеченных семей вместе с главными героями Нового года, Дедом Морозом и Снегурочкой и символами предстоящего Экспо, школьники попали на веселый новогодний праздник. Лучшие творческие коллективы области развлекали ребят красочными танцевальными и вокальными номерами. Артисты цирка исполняли трюки, от которых захватывает дух. С Новым годом! Здравствуй, Дедушка Мороз! Он из леса мимоходом елку нам уже принес. На верхушке выше веток загорелась, как всегда, самым ярким жарким светом пятикрылая звезда. Свежим хвоем пахнет дома, на ветвях смола роса. Мы с тобой давно знакомы, наша елочка краса. Новый год прошел по свету, заглянула к нам сюда. Так гори же выше веток пятикрылая звезда. Я очень рада, что попала на президентскую елку. Мне все очень нравится. Я попросила у Дедушки Мороза планшет, и он исполнил мою мечту. На праздники игры и танцы сменяются сюрпризами. И вот настало время зажигать главную новогоднюю красавицу. Подаваться и детей, Аким области легким взмахом сказочного посоха облачают елку в праздничный наряд. Чуть позже под разноцветное сияние огней сразу два Акима города и области вместе с ребятней кружат в праздничном хороводе. С наступающим Новым годом с телеэкрана детей поздравил Нурсултан Назарбаев. Глава государства призвал детей верить в чудо, пожелал им счастья и здоровья. Весь наш народ – это одна большая семья. Новый год – время волшебства и чудес. Мы, взрослые, тоже верим в чудеса. Упорный труд, единство, любовь к своей родине могут претворить в жизнь любую мечту. Знаю, что вы все заслужили этот праздник. А какой же Новый год без подарков? Каждый из 200 ребят получил президентский подарок – планшет, верхнюю одежду, сладости и открытку с поздравлениями президента Республики Казахстан. Среди тех, кто получил подарки из рук Акима области, 11-миллионный житель страны из Казагурского района Мухтар Абдирахим и 17-миллионный житель Казахстана, уроженец Сайрамского района Алтынбеке Искараев. Я рада, что мой сын стал 17-миллионным жителем Казахстана. С самых пеленок на него возложены большие надежды. Я уверена, что он станет достойным гражданином республики. Ребятам так понравилось петь, играть и танцевать, что они не хотели отпускать новогодних героев. Такие минуты, проведенные в окружении сказочных персонажей, наверняка надолго останутся в памяти детей. К слову, специально для проведения президентской елки из бюджета было выделено 16 миллионов тенге. Всего подарки получат 4 тысячи малообеспеченных ребят по всей области.